כף באב הוא יום השנה של אביו של הרבי, רבי לוי יצחק שניאורסון, זכר צדיק לברכה. בימים שבהם סבלו הרבנים סבל רב תחת שלטון הדיכוי של סטלין, שמר רבי לוי יצחק על מעמדו כרבה הראשי של דניפרופטרובסק, אחד המרכזים היהודיים הגדולים באוקראינה, ומבחינות רבות שימש כמנהיגה בפועל של יהדות אוקראינה. סיפור שהשמיע הרבי בכינוס ילדים ביום שבו מלאו 106 שנים להולדתו של אביו. Как уже я рассказал в прошлый раз, что случилось с моим отцом, что он был раввином в СССР и главным раввином в городе Днепропетровске, который был одним из главных городов всей Украины, который поставлял зерно, пшеницу для большой части России. И когда приходило время приготовить муку для мацы, приезжали со всей СССР на Украину закупать пшеницу. И так как в этом нуждались для Пасхи, то они хотели иметь хекшер, удостоверение от главного раввина, что это кошерно для Пасхи. Когда пришли к нему и сказали обо всем этом, так отец ответил, что он с большой радостью возьмет на себя эту обязанность, но с одним условием, которое само собой понятно, что если он даст удостоверение, что это кошерно для Песах, он должен быть убежден через то, что он поставит своих мажгихи, и они будут наблюдать, что пшеницу, которая будет перемелена на муку, кошерная, без воды, и также весь перемол, меление муки будет также без воды. И что тогда, когда не примешивает воду, тогда получается меньше муки и получается более комплицированно, и это связано с большими расходами. Тогда к нему пришли от управления губернии города, где он был главным раввином, и сказали, что он саботажник и хочет ввести правительство в дефицит, чтобы они истратили много тысяч рублей для того, чтобы это было кошерное. Так он им ответил, что согласно Конституции и согласно его совести, и согласно совести каждого нормального человека, если он дает удостоверение, что это кошерно, он должен быть убежден в этом. И никто не может его заставить, чтобы он писал то, что против его совести, что не правда, а стопроцентная ложь. Тогда ему предложили, чтобы он поехал в Москву. И там говорил с президентом Калининым, который был тогда, или с его представителем, и ему изложил все его соображения, что, несмотря на то, что это обойдется мельницам, которые все были под правительственным управлением, обойдется им сотни тысяч рублей, так нельзя заставить еврея, чтобы он ел мацу, которая не кошерная, и обмануть его,
говорят, что правительство говорит, что это нужно солгать и сказать, что это кошерно, хотя они знают, что это не кошерно. И когда он изложил все эти доводы в Москве, он получил официальное разрешение, и не только разрешение, но было также указание по всей Украине, что во всех тех местах, которые раввин Шнеерсон пошлет своих представителей, дать удостоверение, что это кошерная мука. Им все содействовали и помогали, даже если это будет связано с расходами, и не с там расходами, но с большими расходами. И так это было сделано и проведено по всей Украине, и, как я сказал прежде, что это еще одно доказательство, что когда доводит положение, описывает, как оно в действительности, что еврей хочет воспитывать своих детей согласно его убеждениям, и что он хочет соблюдать субботу и соблюдать Пасху как следует, тогда, если только обращаются к настоящим властям там, они не только не препятствуют, но указывают милиции и всем властям по местам, чтобы они не только не мешали, но охраняли, чтобы другие не мешали евреям вести ежедневную жизнь по-еврейски.